сейчас мы пытаемся собрать эту базу, и нам нужна ваша помощь. В чем будет заключаться ваша помощь? Если у вас есть старые книги, старые словари, или вы и ваша семья, или родственники, знакомые, являетесь носителями уникальных диалектов, уникальных слов или слов, которые мало кому известны, свяжитесь с нами обязательно. Нам нужны эти слова, нам нужны эти знания. Наш язык очень богат, и не нужно забывать об этом. Нужно его возрождать и попытаться сохранить.